Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 1005. События дня. 2 Тимофея 2, 11, 13. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. А если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И объявление. Попросили сделать объявление для помощи 4 детей, у которых умерла мать. Кто хочет, может ознакомиться. Галина Валейская. Огромнейший и наиполезнейший материал, а главное, простой для понимания православной веры. Спаси Христос за ваши труды во благо Церкви Христовой. Мир вам, братья! В ролике о тружениках Барабашах показывается мощную технику, высокую температуру и школу. Как три ученика немощных и без высокой температуры выходят после школьных занятий. Слишком уж близко, поэтому и опасно. Профилактика прежде всего. Виталий настораживался быком, а здесь все так рядом. Дети. На Бога надейся, но и сам не плашай. Или не показывай школу рядом со складами старосты, или огородиться, окопаться, чтобы впоследствии не чесать затылки и не отписываться от федералов. С любовью. Спаси и сохрани Бог деток. Вячеслав, я хотел вам сказать, когда я вас слушаю, хорошо становится на душе, в моей душе. Это вчера воскресенье было, 16 сентября, престольный праздник в Потеряевке. Он назван в честь святого мученика епископа Никомедийского Анфима, казненного в 302 году. Приезжали два священника, там еще были гости, вот, засчитали, как митрополит хотел приехать, но у них освящение храма, там где-то был и другой епископ тоже, кто желал, все изменилось. Ну, прислали благословение, все это мы записали, и богослужение полностью все, мне Господь дал возможность причаститься в этот день. Благословенный такой день был. Виталия проводили по-хорошему. Все. Я смотрю по порядку. Вот первый выехал буквально в наручниках. Роман. Второй. Никита. Этот тоже так. Это немирно все было. И вот второй раз уже приехал из них, второй раз возвращается первый. Потому он никогда, нигде ни одного слова против не говорил, когда его не было здесь. И все по-хорошему проводили, его священники взяли. Взяли даже два мешка картошки, по три ведра. Там наши сильно нуждаются. И все спрашивают, сколько стоит. Я говорю, мы не продаем, мы просто даем во славу Божию, что есть. А тут привезли одну женщину, ей уже 69 лет. И с ней тоже я запись сделал. Работала акушеркой, много абортов делали, наверное, больше сотни. И вот я с этой стороны беседовал с ней, что ей нужно делать. Люди, которые ничем не занимаются, людей никаких нет, они не знают. Мне пришлось слово сказать, проповедь на тему евангельского чтения о талантах. А здесь посчитать первую главу к римлянам за обедом. Была праздничная трапеза, как всегда у батюшки. И в эту же ночь встречали с Украины гостя Игнатова Сергея Егоровича, юрист с Донбасса. Тоже второй раз приехал. Ну, с этим проще. Замечаний никаких нет, он где мне что работать надо. Володя тут решил время такое свободное поехать.
свои дела какие-то, тайные и явные. Вот, а он вчера все передает Сергею, в один день. Виталий уезжает, а другой замена ему. А теперь Володя выезжает, и что, все, картошку выкопали, а дальше мы поправимся. Уже благослови, Господи, всех путешествующих. Вот события такие вчера были. Я тебе приезжала Ольга Симоненко, Савченко, Викторова сестра с одной этой бабушкой. Были беседы, встречи, по милости Божией. И обо всем надо молиться. Это бабушка Надежда звать. Кто пожелает, может помолиться, чтобы она успокоилась. Потому что где-то в Туманово купила домик, и опять охота куда-то там, где верующие, где церковь. А там ее со всех сторон окружили сектанты разные. Пятидесятники, новая жизнь, конца края нет изменений. Она ничего не понимает, где что, все считает церковью. И показать наши ресурсы попутно. Вот. Это ленточный наш, называется «Православный форум 1600 тем». Это мой мир, я очень люблю эту систему. Удобно пользоваться. Ну, прекрасно созданная, так сделано было. Ну и наш форум, этот как видеоканал «Открытым оком». Тут я немного поставил сегодня, только 7 роликов. 7, потому что есть такие большие. 36 минут. 14. Сейчас посмотрим. 50. Вот уже 64. Открывать. Ну, разные темы мы все снимаем, показываем, а во всем есть польза, если люди это понимают. И во свете Библии наш большой библейский православный сайт. Вопросы, ответы, книги. А тут вот объявлен был конкурс христианских сайтов. Я все послал, сделал, и... Ну, дальше как-то не движется почему-то. Или они до 21-го только будут, а сегодня вот уже 17-е. Заявление там было. У нас все приняли нормально, как бы. Ну, дальше нету. Вот так. Ну, это, можно сказать, сегодня у нас все. Во славу Божию.